и частный дом горел, и аж до небес пламя доставало. Караул пожарный всех вывести успел, а невдалеке девочка рыдала. Там в углу прихожей, в обувной коробке, слева от прохода, где горел камин, на тигренка схожий, маленький и робкий, озорной котенок в пламени один. И пошел сержант, хоть горела крыша, и бесилось пламя все выше и выше. Лапу сторону он купил билет, но с надеждою девочка глядела во свет. Лапу сторону он купил билет, но с надеждою девочка глядела во свет. Налились водой студеной рукава, и она со свистом из стволов летела. В парооблаках вся небо синева, со стрельбой и треском да вода горела. Вдруг в прихожей что-то громко взорвалось, газовый котел грохнул, неужели? Уточка рассердце вмиг оборвалось, и виски мгновенно посидели. И пропал сержант, и трещала крыша, поднимался пар все выше и выше. В одну сторону он купил билет, лишь с надеждою девочка глядела во след. В одну сторону он купил билет, лишь с надеждою девочка глядела во след. Сквозь огонь и дым, будто привидение что-то промелькнуло. Неужели в аду наш брат непобедим? И крыло смертельное мимо проскользнуло. Шел, шатаясь, с непокрытой головой, в форме МЧС, глядя на ребенка. Тот сержант израненный и едва живой прижимал к груди котенка. В этот самый миг провалилась крыша, поднимался дым все выше и выше. Но счастливый вытянул он билет, и от счастья слезинок растаял след. Но счастливый вытянул он билет, у девчонки слезинок растаял след.